Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Эльзен. Пришел я на Тунгуску. Ходил, спиннинг кидал неудачно. Вот весь мой улов. Какой-то хлам клюет. Людей на точках просто ноль. Никого нету. Поэтому сейчас я пришел на квадрат G3 или уже G4. Уже G4. 156-168. Клипса у нас 8-я. И буду пробовать тут под каменщика. Вот. Ни разу, наверное, не ловил эту рыбу. Или вроде один раз была залетная где-то там. Возле пирса или в ручье. Вот это был один-единственный случайный такой раз. Тут клюет на восьмую клипсу. Крючок 24-й крошечный. Наживка ручейник. Поводок вроде бы 6,2. Нашел пост в китайской группе, но у них там ничего не видно. Скрины какие-то карликовые, но вроде бы 6,2. Поэтому не хочется отличаться от китайцев. Попробую, так сказать, под них заканать. Давайте глянем, кто тут на точке вообще стоит. Ну, китайцев вроде бы нету. Вроде все наши стоят. Вот. Ну, вот уже первая поклевка есть. И, наверное, какой-нибудь ерш будет лезть по-любому. Ну, там в чате у кого-то тоже ерш есть. И еще всякий хлам. А может, это уже и под каменщик. Давайте проверим сразу. Нет. Надо как-то... Понять, он же легенький, наверное, на 14 прям поставлю. Грузило слишком мелкое поставлю, начнет, мне кажется, смывать. Таким сильным течением. Поэтому, не знаю, пока на одной удочке попробую поставить квивертип минимальный. И ждать поклевки. И не знаю, на самом деле, ночная или дневная это рыба. И вот первая рыба клюнула, это вот он и есть. Давайте на него посмотрим. Под каменчик сибирский. Ну такой, сибирский ротан, можно сказать, 10 грамм, квалификацию залетел, поймать 75 видов рыб, и он у нас 66-й вид рыбы. Так что давайте в садок его, сейчас посмотрю в таблице, со скольки он идет вообще зачетный, и со скольки он трофейный, чтобы знать вообще, что нам надо. Есть еще одна поклевка. Я даже сначала с трудом заметил. Но тоже, кстати, под каменчик. 45 грамм он трофейный. 55 синий трофей. А я всегда думал, что самая мелкая трофейная рыба это тугун. А вот оказывается и нет. Есть еще и такая вещь. И, кстати, интересно, что он вообще по цене из себя представляет, конечно. Мне кажется, не особо много. Но хотя рыба редкая. Ну, блин, 45 грамм, мне кажется, не могут стоить много. Так, ну спустя какое-то время залетел первый чатовый, зачетный. Вот. Но нет-нет, клюет. Да, конечно, только вот еще тут что-то подсело. Первый зачетный, вроде в день даже получше клюет. Вот второй зачетный, слушайте. Прям шло. На точке 6 человек рисуется. Стою 24 минуты, вот подряд два зачета зашло. И самого большого вот елец сибирский был. Ну, такого добра много и он на этом. С пирса можно половить такие вещи, они там тоже клюют. Ну, попробую еще чуть постоять, вот что-то клюет уже опять на среднюю. Поддергивает. Нет, это что-то большое. Да, это какая-то плотва сибирская. Кстати, красивая довольно-таки рыбка. Но все-таки не то, что нам надо. Да. Сразу на два удилища идут поклевки. Сейчас, наверное, вытащу. И на этом на сегодня закончу. Тут подкаменщик. А на второй что-то уже прям такое побольше. Это точно не он, наверное, какая-нибудь плотва. Да, плотва. Но... Видимо, в день клюет он получше. И, кстати, пока тут я стоял, я 0,2% качнул. Так что, в принципе, тут можно и донку покачать. На уже таких последних этапах. О, кафе, к сожалению, голяк. Прям вообще. Стоит он очень мало. 3,92. Да, ну, в принципе, точка рабочая. Закрыть его там, я думаю, можно.
но надо высиживать пару часов. А так, да, за полчаса 13 штук, это довольно-таки прям хорошо. Я считаю, по сравнению с какой-то другой рыбой, которую тоже надо долго высиживать, это нормально. Так что приходите, пользуйтесь точкой. Всем не хватает чешуи и синего подкаменщика вам в садок. Синий, кстати, с 55 грамм. А обычный тров, напомню, с 45.